Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Сына. У нас сектор, да, сектор. Сектор в эфире. Мужчины, самочки. Всех обнял, всех люблю. Ну шо, ребятки. На самом деле, не совсем запланирован эфир. Но я думаю, что это не страшно. Хуй его знает, пацаны. И пошел, короче. И, блядь, через день где можно делать? Я пошел, весь написал. А, уже 10? Не помню. Здорово. Всем привет, всем привет. Тигр! Нормально? Сегодня с сестрой идем. Что-то, короче, за тигра речь зашла. И она такая... Тигр на вилке. В общем-то, мы отдыхаем. У нас в городе около драмтеатра. Общаемся с Антоном, с ребятками. Не, типа, я как бы сижу. Ладно, я тоже скучаю. С контентом, типа, кто сюда потребляет, это люди. Приезжай быстрее. Девочка, типа, родная. Дед, пришли. Как бы стараюсь ограждать от чего-то такого прям. Ну, знаете ли, спешим мы это, типа, далеко не каждому. Ну что, вот время стекло, да, там уже было все, да, то что. Так, а то, что пожестче? Специально ждал, пока пьем. Короче, да, конечно, это был спланированный пиар-ход, чтобы не отбирать фанатов. Вот мне очень нравится время стекло и... Привет, отрастил бы усы. Алексей Бормантов, знаешь ли, вот очень, конечно, смешной у тебя вопрос, но не буду отвечать на него. Я на самом деле просто очень рад, что я могу. Короче, я обещал эфир еще, когда был батл с Микси, и что-то так, пока я его и не сделал, и вот я подумал, что, может быть, сегодня мы обсудим... Я просто, в плане вот то, что урок, то, что как бы, блин, я... Ну, можно, в принципе, не обсуждать уже, кажется, все, кто мог, обсудил. Это, знаешь, как батл с Микси, и, в принципе, версус. Вот, я приехал, получается, туда поехал к бабушке, и с друзьями там пообщался. Все слушали, вышел только альбом у Eminem. Татуса, просто мы гуляем с Антоном, с Сектором, с ребятами, и я что-то подумал, что я хочу вот сегодня поэфирить так вот спонтанно, потому что завтра я могу, короче, быть не в состоянии. Так и ты даже не застал. Почему не отвечаешь? Я не знаю Антону. Антон, рэп ты такой. Усы. Да. И так. Мы поехали с моим отцом. Почему делаешь жесткие? Что в вашем понимании жесткие батлы? Типа, жесткие батлы в плане, чтобы там плеваться фотки родителей или что? Типа, я не люблю такие батлы. Съесть, есть кусалют. Кефирчик пью. Алена, я понял, да. Привет. Ну чё, чепушила, блядь? Так, что там пишет? Блин, ты самый доброжелательный из всех участников, ну, по крайней мере, мне спасибо, большое спасибо. Обнял, выебал. Антон ворвался и вам рассказал. Дай контакты своего косметолога. Я не пользуюсь косметикой. Серьезно. То есть... Ребята шутят, что типа я, наверное, там можно с кремами перед сном, чтобы так выглядеть молодо, короче, там свои годы. Я, ну типа, не пользовался никогда. Саламуля, всем салют, всем салют. Даже PLC отрастил. Усы, ну типа, как видите, отсутствуют. Сегодня сбрил.
против МакКоннана жесткий. Ну, на самом деле, против МакКоннана, ну, да, наверное, это было жестко. В плане, что, типа, наверное, я мог быть помягче с ним, но, блядь, батл рэп есть батл рэп. Антон вообще, на самом деле, считаю, горячий. Мой следующий оппонент, я как бы скажу так, что мой следующий оппонент, на мой взгляд, самый прогрессирующий участник команды «Злые голуби». То есть это чувак, который от батла к батлу растет, и наш батл был в этом плане охуенным, что типа батлил я, типа, чувак, у которого там по 20 батлов, и батлил чувак, у которого батлов меньше, но он сделал, я вам скажу, охуенно. То есть батл «Ждите» — это лучше, чем наш батл с Микси. Антон там. Мне 32 года. Всем привет. Меня недавно тигр в рот. Блять, да. Соболезную. Алена, ну, Гена, конечно, такая вещь. Мнение про Скриптонита мне нравится. Песня «Время возвращаться» для меня это топ. Блять, очень-очень много сообщений. Микси честно победил. Короче, вот, насчет нашего батла с Микси, да, то есть я думаю, что многие, ну, как бы, мне, типа, писали, там, спрашивали, что ты думаешь на этот счет. Я считаю так, что это, как бы, мнение судей. То есть это мнение судей, и я его не собираюсь оспаривать. То есть они, как бы, посчитали так, они посчитали, что я проебал батл. И я не из тех людей, кто будет ныть, типа, там, там, судьи, пидорасы. Нет, то есть, типа, это их мнение, окей. Я себя не чувствую проигравшим, и, как бы, всем большое спасибо за комментарии, за то, что вы топите за меня, и вы того мнения, что типа, я выиграл. То есть, это очень круто, и вам за это спасибо, но, как бы... Я не из тех людей, кто будет махать кулаками после драки. Вот. Я отбатлил еще раз, и вы увидите, ну, типа, сделал ли я выводы. Скажем так. С Мироном батлить я не буду, я думаю, это типа ни к чему. Лакимин прикольный. Мне понравился его парт на их сайфере, который вышел, вот, получается, ночью. И клип «Битдауном» охуенный, конечно. Трек не очень. С Микси я не пиздился. Так, что в последнее время на репите в наушниках? Короче, что я репитил последнее? Блядь, трудно сказать. Очень трудно, я так вот, наверное, не скажу. А, ну вот из старых треков я припитил Твисту и Типейна, Крипфаст, даже выложил на стенку себе ВКонтакте. Люблю старые песни, которые раньше заходили и заходят все еще. На репите так прочитал. Так, микрофон, я жду, сделает МС, ебой. Почему вы сцепились? Чё? Я не понял вопрос. Короче, насчет судей. То есть, типа, я на самом деле, я понял позицию Трикефа. Типа, ему мой текст понравился меньше, чем подача Микси. И это вполне нормально, потому что, ну, типа, кому-то там нравится текст, кому-то нравится подача. И вообще, ну, типа, Микси на нашем батле подал свой материал отлично. То есть, типа, он уверенно выступил довольно-таки. Вот. И, конечно, можно очень много, типа, спорить насчет того, насколько был уместен ход с сомбреро и губной гармошкой. Сомбреро! Понимаете, да, очень трудное слово. Вот. Но, короче, судьям это понравилось. Поэтому, почему нет? Типа, я мог бы сейчас там что-то умничать, там, вам объяснять, что типа, вот, но
Нет, это был батл, который выиграл он, по мнению судей, и я не собираюсь, блядь, тут как толко себя вести и спорить с этим. Смоки Мо охуенный. Так, внимание. Что ты делаешь? Я подарок хотел подарить, они не увидели. Антон. Сколько тебя смотрит? 76 человек. Ёбнуться. Да, маловато на самом деле. Потому что не запланированный эфир. Я думаю, что, может быть, завтра мы перед концертом. Кстати, да, наверное. Скорее всего, будет эфир. Может, вообще стрим будет, я хуй знаю. Да, то есть, может быть, или я, или Антон выйдем в эфир, я скажу. Ну, я вряд ли. Мерч. Телефон садится быстро. Нет, выйду. Завтра, в смысле. Ну, завтра. Да. Сколько? Да, это уже обсуждали. Что интересно, что не спрашивают тебя вообще? Пока нет, на самом деле, вообще, то есть, не было такого, чтобы я такой... Ну, бля, респитар Леонор или фамилия? К Сеймуру отношусь заебись. Это, короче, типа, если вы видели наш батл, то это тот батл, из которого я, типа, вынес какие-то, скажем так, уроки, не знаю, выводы. То есть, типа, то, что мне тогда сказал Сеймур, меня... Типа, не то чтобы там тронуло, не то чтобы я там как-то, не знаю, там охуел с этого, но, короче, его текст был хорош. То есть определенные выводы я сделал. Я не женат, но, в принципе, не против, если появится женщина, подходящая для этого, поэтому... Ладно. Пусть меня молодой директор тёрочки попросит сфоткаться из... Что происходит вообще? Я пошли бывает редко. И, в принципе, я фоткаюсь со всеми желающими. То есть, если вы хотите, то замутим фотку без проблем. Сеймур, Сеймур. Короче, вы пишите быстрее, чем я читаю. Это, наверное, прикольно. Могу вам показать, где мы стоим, вот, драмтеатр. Так. Я, конечно, не собираюсь... Что? Да? Там, типа, короче, говорят, что 5 секунд задержка, ну ладно. Судьями, ну вот, полчаса. Короче, насчет оспаривания решения судей в батле с Микси, ребят, не нужно. Я очень ценю вашу поддержку, но смысла в этом нету, потому что, типа, ну, был батл, было решение судей, все, типа, забудьте, ждите следующий батл. Но вам спасибо, что вы топите за меня, потому что мне очень ценно это. Очень прикольно, когда ты, типа, читаешь комменты, когда к тебе подходят чуваки, которые шарят, и говорят, что, типа, блядь, ты выиграл. Я думаю, ну, тогда, видимо, все это было не зря. Батл Лехи и Сеймура. Я там был. Средний батл, но Сеймур... Мне понравился. Вообще, типа, Серега умеет писать рэп батловый. И ждите. Я надеюсь, что выйдет. Так, так. Нас почти соточка, значит. А сколько завтра придешь к месту лайва? Я приду завтра, ну, я не знаю, ну, наверное, к началу приду. Здорово, анонисты! Так, короче, я думаю, что сейчас же будем постепенно завязывать на сегодня. Завтра я, вероятно, буду в эфир еще, потому что думаю, что у нас будет завтра весело настолько, что я решу приколоться с вами. Вот, но, типа, я не обещаю. Сейчас, типа, мы просто отдыхаем, и я не хочу долго отходить от ребят. Кстати, с первого созыва слово ИКБ с ПМ не массово. Что, не понимаю. Алексей Бурмантов, ты очень какой-то загадочный.
Так. Будет ли два батла? Я пока не знаю, когда будет следующий батл мой. Вот. Я очень надеюсь, что в этом месяце, но вероятно, что в начале сентября, я думаю, может быть, даже в середине. Потому что, типа, ну, Versus еще сняли батлы основы. Как вы уже, наверное, знаете, что были съемки на Газголдере, вот, и там, получается, были еще батлы. Ну, да, у нас отстроили высоточки. У нас не зима, просто я оделся потеплее, потому что ветерок. Короче, из противоположной команды спросили, кто больше всего нравится. Скажу так, что, короче, если, допустим, оценивать участников команды «Злые голуби» на данный момент, Тополь, как бы, ну, типа, Сурдова ПМ, потому что это сбалансированный батл MC, который, ну, типа, делает круто. Вот, но если объективно оценивать участников команды «Злые голуби», то там все в разном положении. В плане, что, типа, допустим, Летай, Микси, Паландропов — это, типа, чуваки, которые батлили вообще, типа, там, первый раз на Версусе. То есть не, в принципе, на Версусе, а, типа, в целом, да, то есть, типа, это чуваки, которые пришли без опыта на Версус, в принципе. Вот. Ну и туда же, в принципе, наверное, относится МакКоннон, потому что у него батлы были на площадке, которая, ну, типа, ну, там, не самая профессиональная. Вот. А поэтому я как бы скажу так, что понятно, что, типа, как бы PM самый сильный, но, допустим, Палмдропов из команды «Злые голуби» самый прогрессирующий участник. И я думаю, что его последующие батлы будут охуительными. Поэтому, вот, да, так. Летай, в принципе, тоже подрос, вроде бы как. Ну, не так, как Кирилл, но тоже, типа, он растет. Поэтому, ну, типа, сравнивать очень трудно. То есть, понятно, что, типа, у PM там было уже больше 20 батлов, и, ну, он уже мастер, вот. А эти духи, щеглы, они растут, и, допустим, Кирилл, ну, блядь, я думаю, что из него вырастет что-то охуенно дельное, если он продолжит ебашить. Я пью колу. Сектор у меня повыше, да. Так, короче, ребят, что-то вот я потерял нить. Короче, если я чей-то вопрос пропускаю, вы извиняйте, потому что я просто немножечко щелкаю еблом. Фоток, ну, я не инстаграм-модель, поэтому извиняйте. Очень милый, да, конечно. Так, короче, давайте уже завязывать, потому что я как айбол стою тут, значит, транслирую, а ребята отдыхают. И типа, я хочу пойти к ним уже. Вот. И думаю, что завтра мы с вами продолжим. Пообщаемся. На самом деле, еще раз, короче, всем большое спасибо за поддержку после батла с Максимом, с Микси, потому что, ну, типа, если бы не вы, если бы не ваши комментарии, если бы не эта масса народа, которая за меня топила, я бы, наверное, бы раскис. Вот, и мне было бы грустно, а так, типа, я охуел от вашей поддержки и старался сделать, типа, следующий батл сильнее, вот, насколько это получилось решать вам, вот, поэтому ждите. Так, PM гнойный. PM гнойный, трудно сказать. Ну, типа, конечно, я типа за Влада, но батл рэп такой. Я не перестал картавить. Типа, нет. Просто моя картавость не так бросается. Да, короче, тут уже Антон на меня пиздит. Ты почему все еще разговариваешь с ним? Да, все, сейчас, короче, ребят, последний. Ребят, он вас в хуй не ставит. Я вам говорю. Он вас не уважает никого просто.
Но он сейчас закончит эфир и скажет, наконец-то наобщался с этими, блядь. Это на самом деле жесткое вранье. Антон просто ревнует, что я не тусуюсь сейчас с ним и общаюсь с вами. Так, в моей команде, у меня все в команде охуенные чуваки, вот, но, наверное, самый сильный Витя Бой, скорее всего, и, типа, он крутой чувак. Причем, на самом деле, когда я помню, что, типа, когда объявили прошедших на Versus, я такой, что Витя Бой прошел на Versus, типа, чё, блядь, вот, а он показывает охуенные батлы. Добряк такой. Ну да, я секторину. Вот, ладно, короче, я, наверное, пойду, потому что Антон ждет меня. И тоже нужно уже пойти. Вот, в общем, ребят, всем хорошей пятницы. Вот, я как бы думаю, что я, короче, завтра еще с вами словлюсь здесь. Вот, потому что я обещал, и, в принципе, есть желание, так сказать. Вот, еще раз, всем спасибо за поддержку после батла с Микси. Всем спасибо за то, что вы, в принципе, оставляете адекватные отзывы к батлам. Всем, кто всячески несет добро в этот недобрый мир, всем респект. Я пошел, спасибо. Увидимся завтра. Я думаю, что где-то, наверное, часов, наверное, в 7 вечера по нашему времени, то есть по Москве, это часов 5, наверное, будет. Вот, поэтому следите. Вот. Всем пока.